Добрый день. Приняли в ремонт Kia Rio 2017 года. По касательный удар в заднюю левую часть. Вот такие вот повреждения. Сейчас отгоним на мойку и приступим к ремонту данного автомобиля. Вот у нас началась первая стадия работы. Так сказать, уже вытянули. Используем споттер. Так что, дабы не накладывать огромные слои шпаклевки, как используют непонятные сервисы. Так что ремонт в процессе. Закончили мы окрас деталей. Вот так выглядит крыло после ремонта. И покраска проема была произведена. Сейчас приступим к сборке двери, потому что у нас отсутствует обшивка на них. Собираем, навешиваем, регулируем проемы. Проводим финишную полировку и отправляем на мойку. А далее хозяину.